Вітаємо вас на першому регіональному. Мене звати Олександр Шелест. Зимові вихідні без тайського боксу відтепер уявити неможливо. Затята боротьба луганських спортсменів з претендентами, що прибули з Криму, Харкова, Молдови та Румунії. Погодьтеся, видовище гідне уваги. Сьогодні на вас чекає іще один бій міжнародного турніру «Золото скіфів Гала-Профі 2010», який вже готовий детально і ґрунтовно розібрати коментатор змагань. Заслуженный журналист Украины Леонард Свидовсков. Здравствуйте, здравствуйте, уважаемые телезрители. Снова на телеканале «Лот» на первом региональном тайский бокс. Очередной бой международного турнира «Золото скифов». Международный бой, который мы прокомментируем вместе с чемпионом мира, нашим постоянным комментатором, помощником и консультантом Сергеем Морозовым. Добрый вечер, Сергей. Добрый вечер. Итак, дамы и господа, красный угол нашего ринга занимает наш гость из города Симферополь. Спортивный клуб «Альтида», призер Кубка мира по муэй-тай, Михаил Кувалда Новиков! Йоу! Ваши аплодисменты! Come on, come on, come on. Добро пожаловать на ринге, бьются кулаками и ногами, где тоже думают мозгами. Уклон, раунд-кик, колено, локоть, боковой ринг. Михаил Кувалда Новиков! Синий угол нашего ринга занимает наш земляк. Город Луганск, воспитанник спортивного клуба «Донбасс», чемпион мира по муэй-тай, Таиланд, чемпион Украины по муэй-тай, Сергей Камбаджит-Слюбченко! Давайте поддержим нашего земляка! Ему сегодня это очень нужно, поверьте. Мы настоящие болельщики, участвуем в этих боях. Дамы и господа, бой проходит в весовой категории 91 килограмм. Бої у важкій вазі мають неабиякий резонанс. Важковаги Київ у тайському боксі одиниці. У Луганську це спортсмен клубу «Донбас» Сергій Камбоджиєць-Любченко. Його сьогоднішній суперник – Михайло Новиков на прізвисько Кувалда. Боєць симферопольського клубу «Альтіда» вже отримував на горіхи від Любченка, але було це на кримській землі. І тепер, прагнучи реваншу, Кувалдо прибув до нашого міста. Чи вдасться йому задумане? Та наскільки послідовним у своїх перемогах і досягненнях буде камбоджиєць? Давайте подивимось. Ну, несмотря на те, що бой та і турнір міжнародний, зустрічаються два українських спортсмена. Це спортсмен із Сімферополя Михаил Новиков і наш Сергій Любченко. Между прочим, спортсмени вже зустрічались між собою в Криму, і тоді наш спортсмен побіг. Я видел этот бой,
довольно-таки сложный бой был. Если память не изменяет, Любченко тогда выиграл, по-моему, по очкам. Ну, не буду точно усугублять. Начнем, как обычно, с нашего прогноза, как мы всегда ставим. Ну, как обычно, я ставлю на победу Любченко. На победу Любченко. Да. Ну, мне кажется, бой пройдет такой спокойный, средний, будет выигрыш по очкам. Так вы знаете, я почему-то удивлен таким скоростям, которые сразу в первом раунде... Без разведки. Без разведки, вроде бы 91 килограмм, мощные спортсмены. И тем не менее, смотрите, как резво начали. Ну, они дело в том, что уже знакомы друг с другом. Видно, посмотрели еще бои друг друга. Поэтому, в общем, разведка особо не нужна. И поэтому решили сразу начинать брать матч-реванш с первого раунда. То есть навязать противнику свой стиль работы. Есть такая поговорка: противник делает то, что ты ему разрешаешь. Поэтому Любченко сразу начал идти конкретно с ударами, прицельно. Вот мы видим. Пропускает удары. Да, видим. Пропускает первый... крымский боец удары. Да, крымчанин начинает страховаться, перекрывается коленом, не дает себя добить. Любченко ведет разведку пока руками, бережет ноги обычными прямыми ударами. Крымчанин тоже аккуратно начинает. Они, видно, с первых секунд поняли, что если они так поведут себя, то кто-то кого-то срубит. А рисковать еще рано. Ну, тут удары, конечно. Да, здесь каждый удар решает роль. Вот был удар, нокдауна не было, он его столкнул. Крымчанин своим видом показывает, что чистого удара не было. То есть немножко бравирует. Вот. Поэтому держат на среднюю дистанцию. Ну вот чуть-чуть страсти подутихли чуть-чуть, но начало боя, как будто бы, вот мы видели бои 57 килограммов, таких же скорости. Ну, тяжи иногда начинают резко попробовать на крепость. То есть своеобразная тактика ЭВ. Да, да. То есть начал резко, посмотрел, как он пугается, не пугается, а потом дальше ведем разведку. Хочу спросить у вас, как у судьи, белые перчатки у судьи, для чего? Для личной гигиены спортсменов, потому что мы трогаем их, часто бывают сечки, чтобы не было никаких... Чтобы ничего не... Да, потому что много всяких ситуаций, это чисто сугубо для гигиены. Вот вы знаете, что говорят ваши же коллеги, которые с вами и сталкиваются, и которые вас знают много лет? То, что вы даете продолжать бой. Вот недавний пример, когда после второго нокдауна сказали, что можно бой прекращать, но вы дали продолжить. Да, я ему дал продолжить, потому что по нему было видно. У него не было нокдауна, как такого. Был сильный удар в затылок. Я посмотрел зрачки на месте доктора, я глянул сразу на доктора. Доктор показывает, что да, у бойца нет каких-то поплывов, поползновений. То есть он нормально просто пропустил сильный удар. И пытается, иногда бойцы пытаются переждать, отдохнуть. То есть имитировать нокдаун, отдохнуть. Я ему четко отчитал, все как положено по правилам. Чтобы не было потом... Я должен... Чтобы никто не упрекнул, да? Да. Ну и в то же время я должен в первую очередь беречь бойца. Ну, прошло несколько секунд, и в начале третьего раунда все завершилось. Ну, было завершение боя абсолютно не в ту область, которую мы опасались. Вот. Был удар чистый в ногу, в мягкую часть, и поэтому был нокдаун. В дальнейшем он просто не мог ходить. Вернемся к этому бою, да. Но Любченко атакует. И... Да, Любченко боец с характером, очень упертый, довольно-таки физически очень сильный, скорость присутствует. Он пытается реализовать. Немножко просто не хватает прицельности. Второй раунд. Еще, видно, не пристрелялись до конца. Вот. Крымча немного выше. Это неудобно. Ну, была подсечка, ничего опасного. Вот. Вот. Пытаются разбить друг друга руками. Ноги реже применяют, экономят.
Вот. Такие пробуют набрасывать ноги, где-то подсечь, выбить со стойки. Вот, пропустил небольшой удар правой, ну, незначительный, Любченко отреагировал. Четко вот подловил ногу и сделал подсечку. Крымчанин, смотрю, что-то немножко подустал, стал дышать какая тяжелее. Какая растяжка у Любченко, а? У Любченко очень хорошая растяжка. Какая растяжка, вроде такой коренастый, полный шпагат делает. Любченко очень давно занимается, поэтому он хорошо растянутый. Ноги он голову высоко бьет, очень... Ну вот смотрите, казалось бы, крымский спортсмен выше на пол головы, но... Ничего страшного. Вот так начался еще один раунд. Ну, пока ощутимое преимущество нашего спортсмена. Да, наш ведет чисто по очкам, перебивает его. Было 2-3 момента таких, но незначительных. Вот. Чистых ударов он не пропустил. Шановні друзі, другий раунд цього безкомпромісного двобою завершено. І поруч зі мною артист Сергій Сафо, головний Дід Мороз Луганська від компанії «Майстер Шоу». Скажіть, будь ласка, як вам цей бій? Ви знаєте, мені прекрасно смотреть, коли луганчани побіждають. Я думаю, що в цьому бою, безусловно, победить наш представитель Донбасу, Луганщини, тому що наш характер... Должны почувствовать все. Румыны почувствовали, теперь и крымчане почувствуют, что такое прекрасный луганский удар. Ну что ж, вы знаете, мы знаем у вас как доброго персонажа, как Деда Мороза. А как Дед Мороз взагалі відчуває себе на подобных заходах? Вы знаете, я думаю, что очень хорошо, потому что когда есть такие дети, спортсмены, Деду Морозу всегда спокойно на родной земле Луганщины. Дякую. Спасибо. Третий раунд начался. Ну что, будет рисковать Михаил Новиков? Я думаю, нет. Ему сделали секунданты замечания. То есть попробую проведи еще серию, когда он попал правой рукой. Вот, смотрите как. Любченко работает, делает наработки. Да, тренер, видно, немножко дал нагоняя в углу, что надо дорабатывать некоторые моменты. Любченко сделал вывод и вот чисто провел серию. Вот. Канаты как помогли к нему, когда крымчанину, когда захватил Любченко. Вот немного не попал коленом. Или поспешил, или долго прицеливался. Ну, вот снова включают ноги, спокойно начинают раскидывать. Крымчанин пробует длинным прямым подержать на дистанции. У меня такое ощущение, Крымчанин просто не может приспособиться к Любченко. Вот чистый удар по корпусу с разворота. О, это сильный удар. Вот. То, о чем и говорится. У тяжеловесов любой удар решает. Это сильный удар. Мы видели, когда пропускали удары в солнечное сплетение и продолжали так легко. Да, был нокдаун. Любченко сейчас постарается атаковать в эту часть. То есть он попал ему по печени с разворота. Вот проводит еще раз, пробует с разворота. Крымчанин, видно, сразу стал руку держать правую на корпусе. Боится, чтобы еще раз не попали. Не восстановился до конца. Любченко держит его в углу. Пробует еще раз. Ну, видно, спешит немножко. Иногда хочется закончить бой красиво, и поэтому получаются смазанные удары часто. Ну, пока что мы не видим таких уж смазанных ударов, все равно преимущество вообще прямое. Нет, преимущество явно, да, здесь как бы без всяких вопросов. Шановні телеглядачі, турнір «Золото скіфів Гала Профі 2010» представляють телеканал «Лот» і Асоціація професійних видів єдиноборств Луганської області. Інформаційна підтримка «Радіо Пульс», арт-партнер турніру – компанія «Майстер Шоу».
так по-футбольному скажем, погонял по рингу хорошенько. Да. И канаты помогали, и нокдаун был. Да, да. Ну, нокдаун, опять же, нокдаун это чистый балл один. То есть, как бы, визуально, да, он дает большой зрительный эффект, но по-правильному это чистый балл. А вот если сброс с ударом, это 5, сброс, да? Нет, сброс вообще, за сброс не дается балл. Вот, это просто визуально. В Таиланде вообще, кто упал, это как бы считается уже в мыслях минус балл. Минус балл. Да, да, а у нас как бы за это по новым правилам не дается очки, но преимущество визуально все равно отдается в сторону сбросившего. Вот сейчас последний раунд. Я думаю, Любченко должен еще более активизироваться. Все-таки надо выработаться полностью, потому что больше раундов не будет. А нельзя ему сейчас просто, если... Нет, даже если он просто отходит, отдаст его по очкам, он все равно выиграл. Он 3 выиграл, по последнему победу крымчанину никак не отдадут, только если нокаутом. Вот. Поэтому, ну, не в нашем характере отдавать последние раунды, у нас наоборот... Конечный раунд, привычка. Ох, ой, какой удар. Удар. Это нокдаун. Отчет. Это нокдаун. Чистый нокдаун. Рефери сейчас посмотрит. По-моему, он даже и дальше не будет продолжать. Что-то он так. Он показывает, что может, но сейчас рефери сам посмотрит на глаза. По зрачкам всегда видно. Нет, молодец, восстановился. Как и выдает. Дает. Да, да. Ну, Любченко, я думаю, доработает сейчас. Ох, вот опасно. Сейчас. Увлекся немножко. Полез его дорабатывать, добивать. И тут пропустил еще. Вот. Крымчанину надо больше или ва-банк идти, или клинчевать уже, чтобы спокойно доработать. Пусть проиграл, но не упал. Вот. Атакует в живот. Ну, в последнем раунде очень тяжело в корпус пробить с рук. Поэтому лучше охотиться за головой. Ну, рискую сейчас крымчанин. Смотрите. Вот, проводит бэтфис. Ну, не было чистого удара, было предплечьем и не очень чисто. Пытается еще правой длинным атаковать. Крымчанину удобнее, у него преимущество в длине рук. Но он повыше. Да, он выше, но он не до конца его не использует, свое преимущество. Ну, я в его арсенале не увидел такой растяжки, как у Любченко. С места, ну, на полный шпагат. Да, у тяжеловесов сложно с растяжкой всегда, поэтому они очень редко бьют высоко. А как же Сергей? Сергей очень давно занимается. Он растягивался долго, поэтому позволяет. Нет, как я и предсказывал, по очкам, да, явным преимуществом. Все, поднимут руку, наградят. Реванш не состоялся, я так думаю. Да он и не должен был состояться. Все-таки наши бойцы тоже тренируются, работают. То есть, и бои отсматривают соперника. Да, и все-таки в голове, когда стоит, что я уже раз выиграл, второй раз я не могу проиграть. Поэтому уже морально еще сильнее получается. Ну, официальное объявление дождемся. Ну, конечно. Это формальность такая. Да, соблюдем. Победу в этом бою обретает Сергей Гамбаджи с Любченко! Для награждения победителя я приглашаю... С победой, потому что, ну, всегда приятно, когда наши побеждают. Конечно. Всегда приятно, что они побеждают далеко не самых слабых соперников. Да. Которые и по фактуре, по своей, по внешнему виду, и по арсеналу средств своих, которые они имеют, я имею в виду технических средств, которые они используют в бою, ну, на многое способны, а мы побеждаем. Поздравляю вас. Спасибо большое. Ну, мы вот
с нуля и стали болельщиками. Болельщиками, которые пусть не понимают всех тонкостей этого красивого вида спорта, но тем не менее болеют, переживают за наших. А если бы знали, сколько телезрителей увлеклись тайским боксом. Ну что ж, спасибо, Сергей, что были с нами. Спасибо, что помогали комментировать этот бой. Спасибо вам, уважаемые телезрители. Обязательно увидимся на телеканале «Лот». Це була гідна боротьба і гідна перемога, а також гідна крапка нашої програми. За тиждень дивіться безкомпромісне ратоборство за участі Валентина Рибалки. Ну а поки що я прощаюся із вами. Любіть тайський бокс та розумійте його. Мене звати Олександр Шелест. Побачимось.